Типа не так вкусно. После каши курица так надоедает. И так скажи, каша курица, что хочется просто вот немножко, не знаю, как его назвать, гамница. Но Томас не среагировал. Лунтик не среагировал. Собаки на этот корм после мяса не среагировали. На, попробуй, это нормально. Видишь, посмотри, как коты едят, с каким удовольствием. Даже Люция самая голодная. Попугай, а вас это не интересует? А? Попугами? Нет, не интересует. Иди сюда, ты там кричишь. Чарли. Иди сюда. Ну, кричи, там света нет, я не буду тебя там снимать. Так что ты зря там кричишь. Персик. Короче, бенгалы и полубегалы, и четверть бенгалы едят. Не, Наоми не пришел кушать. Томас. Томас, неужели не вкусно? Вот так, кому-то, видите, вкусно, а кому-то не очень. Так, прекрати гавкать уже. Тинь-тинь, что там орешь? Иди сюда. Тут Тифа не очень вкусно кушает. Люция, прекрати драться. Шакира, не общай. Она все время забирает это. Люция нервничает, если кто-то кушает. Люция, быстро ешь. Вон я тебе дала. Я тебе на стол сажать не буду. На котов врачит, что они кушают. Вот такая жареная крыльца стала, это кошмар. Ее прокормить стало невозможно. После того, как ее врач сказал на диету, что ты тут вытворяешь? А? Вытворяющий. Что ты вытворяешь? Что ты мне в умывальник бросил яблоки? А? Иди посмотри, что коты едят. После того, как наш ветеринар посадил Люцию на диету, сказал, что надо меньше есть. Так она озверела, и когда кто-то кушает, она на всех кричит. Это кошмар. Люция, как ты себя ведешь? Как ты ведешь? Жадничаешь едой? Хвостиком виляет. Филя, ты не на улице, это хорошо. Я вообще-то думала, надо насыпать корм, а то думаю, наверное, Филя на улице не кушала, он был дома. Я его не видела, думала, что он во дворе. Он такой у нас уличный стал, что вообще. Прям настоящий дворовой кот дворянской породы. Как подбросили под забор, так скажи, с тех пор. Нет, сначала он у меня 3 месяца во двор не выходил, наверное. Боялся, когда все коты гуляли. Не, первое лето не выходил. Точно. Мне же его зимой подбросили на Новый год где-то. Он у меня не выходил летом. А что-то потом как-то полюбил. Тинь-тинечка. Прекратите, я вам говорю там. Чарли, иди сюда. Терри, давай сюда эту банку. Что ты будешь банку туда затащили? Тинь-тинечка, а что ты не кушаешь? Тинь-тинь дружит с Люцией. Да. Типа не кушала только что. Было ей вкусно. Но уже убежала, правда. Тинь-тинь. Тинь-тинь облезлая спина называется. Тинь-тинь, иди покушай. Так надо уговаривать. Ну, тинь-тинь. Тинь-тинь хочет курицу. Курицу вареную съели, сырая. Она все равно не ест. Зерневую. И так у нас вечерний. Да это так, это я насыпала. Они уже что-то хотели кушать. Бегали. Я насыпала. Думала, ну, вроде хотят. А Марсель спит. Если они все съедят, то придется еще раз давать Марселю. Прекратите.
Чарли, иди сюда. Терри, неси сюда эту банку. Что туда банку запихнула? Разбирается с Чарли. Терри, зачем ты запихнула банку? Сама говорит, не знаю. Вот так приятно было, скажи, покушать. В общем, коты, что ни говори, они любят все. И сухой корм. Пойдем проверим. Пойдем проверим, что туда украла Терри. Покажи, Терри, что ты там украла. Показывай. Ой. Да, и ты смотришь, что Терри украла. Покажи банку. И тебе нужна эта банка была, да? Это такая хорошая банка, что просто нужна была всем. Ага. Просто. Так она же совершенно пустая. Вот зачем она вам надо? О, видишь, Терри? У нее влазит голова у Чарли. Она еще может облизать. Банку, в которой были сливки, да? В доме котят, котят нету. Потому что котята непонятно где. Давай, банку надо будет мыть. Ой, банку будем мыть. Раз такие пироги. О, тень. Боже мой. Ты что ж такое прямо, никто же не забирал у тебя. Кушай, кушай. Банку надо мыть, да. Ну, это тени очередь дошла. Честно, сознательно ждал. Ждал. А теперь можно поесть. Да никто не забирает. Насыпала с учетом, что много, что Марсель проснется, чтобы ему было что есть. По кастрюлям не лазил, потому что в кастрюлях пусто.